Так, ну смотри, киллы есть у пацанов. Лагает, да, не лагает, а эти, фризы какие-то, блядь. Ловится. О, привет. На БВМе мне нельзя выкатывать там, потому что модуль сгорит, если что, так. Может быть потом неприятно. Минус 30 тысяч опыта, неохота терять. Фу. Ого, на. Нормально. Закидали ракетами просто. Я зенитка. Ну чё, откуда вот он полетит? Ваши догадки. Домой, блядь. Смерть. Фиксируем пробитие. Да я видел, да. Только он вылетел, а типы что-то не полетели. Пацаны вылетают по одному, я их сбиваю их. А мне что? Мне много не надо. Че, мне нормально, как бы. Главное именно находить тот момент, когда надо потурить. Чпок. Тут надо вылетать, короче, на восьмерку и заливать ракетами флакрак издалека прям. По-другому вообще никак, типа, ты ничего не сделаешь. А я сейчас попробую убить им флаг-ранг. Ну, либо выпрыгну с самолета. Как вариант. Не, тут не побобришь. Здесь именно нужно брать и заливать их. Я просто выпрыгнул, потому что там, ну, бомбы, что ты сделаешь? Просто бомбы. Я попытался забайтить, но никто не полетел. Было бы с ракетами, я бы, может, пострелял бы там с 3-4 километров. О, это плохо, блядь.
Но он бомбы кинул. Что-то ракета ушла мимо, как-то странно. Ну, одного он убил. Там у меня произошла осечка. Все у них уже сдулись все. Вот это единственное нормальное применение штурм Эсу. Вот это единственное нормально, сбивать просто самолеты и все. Но его надо тащить на топ-тир. Потому что тут пацаны быстрее фраги делают, соответственно, быстрее вылетают. Ну это все, че. 6 накилял. У них, то есть, 2 максимум. Все, я вин. Тип, кстати, может успеть вылететь в самолете. Как вариант. Я думаю, не успеешь. Да не, чё, ну. Я просто в нашем бою был единственный зенитчик. Не было никого, кроме меня, на штурмесе. Я просто сбивал самолеты, и мы все. Привет, Протега. Если только в РБ играть на ней, в аркаде бесполезная машина. Один бой поиграешь, потом 3 боя будешь страдать от самолетов. В РБ, да, неплохая. Для РБ я бы брал. Ненадежный. Чисто устраивают душнилого пацана. Уникальный геймплей. А по-другому никак, чё. Едешь, умираешь.